школьники сольют все раунды по ЛС. Респект за донаты, спасибо вам, братва. И НКТАНА ГЕНГ БОЙЧ. МС слева, представься. Челяба на проводе, ровно в бит колоти. Если правая качает, значит ты такой не один. Один, да, но это группа Триагрутрика, все знают. Челябинск. МС слева, представься. Отлично. Чтит корни. Челяба на проводе, ровно в бит колоти. Если правая качает, значит ты такой не один. Не один, да. Клава! Хорошо. Окей, по результатам жеребьевки начинает некий Н. Сделайте шума. Ну давайте посмотрим. Казах с лицом славянина. Эй. Этнический катана русский гэнг, из Казахстана. Эй. Катана гэнг, эй. Катана гэнг, эй. Странно, да? Два рэпера, вот стоят два батлета, и оба не очень похожи на рэперов, да? Что бывает довольно-таки редко. Да, вот по виду с Клава Брау вообще не скажешь, да, что он какое-то отношение к рэпу имеет. Никен тоже не особо похож, да? Это как бы не то, что плохо, это мне, это их право абсолютно, просто особенно. Здесь будет жарко, я отвечаю, Клаба главная звезда. Это в апати, суки, в апати, жесть, он настолько пиздат. Все тянутся к нему, дабы притронуться к плоти. Очнись, сынок, ты в Казахстане. Опять-таки вот моя вкусовщина, мне не очень нравится протягивание. Сегодня это говорил, когда заявки отсматривал, сейчас повторюсь. Вот это вот очень как-то медленно он вступает, вот эти протяжения. Наверное, это более разборчиво и в зале лучше заходит. Но мне все-таки как-то вот более плотный, насыщенный флоу, мне как-то душе ближе. Более такой ритмичный. Тут как-то он очень вальяжно залетает. Здесь будет жарко, я отвечаю, Клаба, ну, главная звезда. С другой стороны, музыкально, это в апати, суки, в апати, жесть, он настолько пиздат. Все тянутся к нему, дабы притронуться к плоти. Очнись, сынок, ты в Казахстане, посмотри, как кто напротив, да. Посмотри, кто напротив, я провезу в твоей жопе наркотики, да. Неплохо, хорошо. Моя кишка принимает мишками караван, кому надо передам, по почте передам до точки. Ну погоди, да-да, так заторчит, это пак, поза, пока, видимо, парень конченый. Чтоб доехать сюда, продал почку, эй, там пополам, не особо до лампы, ей там по голову качала, он берет рот, окей, ну-ка покажи нам зубы, сучка. Он играет деловой с хуем, окей, уу, где у, это уебан, папкин, футболист, папкин. Интересный туда. Эй, там пополам, не особо до лампы, ей там по голову качала. Напомнил мне чем-то раскладки группы Мужки Бойс. Знай меня, слепший город, знай меня, столица, знай меня, министр, знай меня, светская львица. Миша Крупин, качнон-зон. На пленку нового смартфона, спасибо, братан. Как спанчбол. Напомнила мне раскладку Мужки Бойс, мне кажется, вы тоже найдете похоже вот это пана-пана-пам, вот это. Парень конченый, чтоб доехать сюда, продал почку, эй, там пополам, не особо до лампы, ей там по голову качала, он берет. Прям на плейблэка похоже. Покажи нам зубы, сучка. Он играет деловой с хуем, окей, уу. Где у, это уебан, папкин, футболист, папкин, хулиган. Ты в натуре калбо, рэп, хуета, тра-та-та-та-та. Эй, не поднимется кулак, мне поможет в этом деле старый добрый шапалак. Шапалак, шапалак, шапалак. Мне поможет в этом деле старый добрый шапалак. А эту сучку у меня не поднимется кулак. Мне поможет в этом деле старый добрый шапалак, шапалак. Шапала, мне поможет в этом деле старый добрый шапала. Я не очень шарю в местные наречия. Что значит вот это Шамбала или Шамбала? Алла, это слава, что ли? Шамбалак. Это что-то где-то я слышал уже эти слова. Это них привет. Что? Где-то я слышал в треках казахов других эти слова. Что значит это слово? А, шапалак, лещ, лещ, да, да, все, спасибо, парни, респект тем, кто шарит, ага, пощечина, лещ, ага, все, спасибо, да, понял вас, парни, это, как я понимаю, на казахском, собственно, да, я правильно понимаю? Не поднимется кулак, типа ладошкой по лицу, я понял, да, ага, спасибо, Уисла против Ники, точно, Уисла де Мерта против Никели, я это слышал, да. Поможет в этом деле старый добрый шапалак, Погоди, не врубай бит. Чуваки, если честно, я в ахуе. Как вам некий Н? Ну, некий Н неплохо, динамично, музыкально, не хватает персональных строчек, плюс пару раз он как-то не особо уверенно выступил. Я недавно фоном у меня в новостной ленте выскакивало интервью с некий Н. Случайно наткнулся, не знаю, что за паблик был, я прочитал. Вот. Он сам не очень доволен этим выступлением. Вот. По-моему, он прошел в турнирку 140, поэтому пожелаем ему там удачи. По-любому, очень много у него перспектив и надо развиваться. Здесь он вот именно выступил, как-то вот он, шероховатости есть у него в выступлении, оно какое-то неотточенное. Вот. И он сам это заметил в интервью, тоже сказал, вот. Это тоже я замечаю. Смотрим дальше.
Сейчас, сейчас поднимаем руки вверх, прыгаем, слэмимся, потому что разъебывать будет Клава Браво! Окей. Окей. Как знал. Окей, окей. Все на окей, пацанов. Эй, Клава, какой тебе 140 BPM? Если тебя, блядь, кинули в отборе, не хуй. Бля, вот оно то, о чем я говорил. Я же говорю, сука, плотность и ритмичность, блядь. За этим будущее. Посмотрите, как охуенно. Вот тут абсолютно плотный залет, абсолютно другое представление раскладки под этот бит. И лично меня вставляет намного больше. Очень круто начинает. Вот прям мне по вкусу такие залет. Вот оно, плотность. Круто, да. Эй, Клава, какой тебе 140 BPM? Если тебя, блядь, кинули во дворе, не хуй, понят, дедик недоволен моим батлом, поэтому увидим, сука, некого на фоне. Эй, парни, не надо обижаться, тут без шансов. Будь пов стиль и шутки, но здесь я не дам тебе отдышаться, как сломанный ингалятор Димы Шума, эй, из Дерибига. Здесь не Ривика, ты бездоребливый, не без того Дима на моем хуе, а я в кресле подбьем не кило, так и башу в ее мерзкое рыло. Воу. Видите, вот он очень любит применять схемы с двойными рифмами. У него здесь вот плотно зарифмованные двойные, и потом на конце те же двойные к этим, которые в двух предыдущих строчках. Двойные рифмы, да, очень любит Клава Браво двойные рифмы в своем творчестве. И звучит, он действительно умеет вайбово подавать именно двушки. Бегать дышаться, как сломанный ингалятор Димы Шума, эй, истинный нига. Здесь не Ривика, ты бездоребливый, не без того Дима на моем хуе, а я в кресле подбьем не кило, так и башу в ее мерзкое рыло. Воу, типы утырки, ты выглядишь так, будто и блин бутырки. Оу, типы утырки и блин бутырки, твоей мамки бутылки в дырке. Они думают... Но это, конечно, грязь. Вот я не знаю, насколько раньше, когда Клава это делал, это было вот свежо, и типа Рома Суровый, они все вот на этой волне как бы запрыгнули. Сейчас вот эта грязь после того, что делал Гнойный, ну, с моей точки зрения, ну, мало кто умеет ее преподносить. У твоей мамки бутылки в дырке, ну, такое. Ну, как бы такое. Уже не производит это какого-то там типа, вау, ебать, как это грязно. Уже как-то, ну... Ну, скажем так, я немного охладел к вот этим грязным панчлайнам. Кого-то, наверное, они по-прежнему прут, вот. Без базара. Чисто вкусовщина. Бутылки, дырки, зато у твоей мамки бутылки в дырке. Они думают об этом. А мой стиль, это пули на куплетах, хули понаехали, арматуре на пакете. Я сегодня надаю этой дури по иплету. Давай, говори, что ты бог великан, с еблом пеликана, да ты гном на битах. Или говори, что огромный мутант, но ты полный мудак, твой флоу хуета. Кто там еще, сука, куки с хаслом читает, будто у него ебучий насморк, как нужно бэт, ведь мы учим вас тут ебануться, да я круче бас. Прям по ногам, блять, балаган, эту суку на л... Кто там еще, сука, куки с хаслом читает, будто у него ебучий насморк, как нужно бэт, ведь мы учим вас тут ебануться, да я круче басту. Ну, баста, отсылка, типа, да, на «Голосе улиц» он там обучал или в «Голосе» обучал, понятно. Прям по ногам, блять, балаган, эту суку на ламинат, рюмок 5 коньяка, я на голиках, но забираю хасл, как Ван Калита. О, без Б, ебать, далеко, я палю по тебе, это как полигон, я ебал одного сына, так Ван с кадыком, и скоро доберусь, сука, до твоего. Тебе это как полигон, я ебал одного сына так лан с кадыком, и скоро доберусь, сука, до твоего. Твой блин-блин пыль, я залетаю на трамплин, прикинь, ты не триппер, сука, ты триппер кинг, я молодость ударила, види три. Я бешеный грешник, потасканной, блять, одежды, я вырву твои, блин, длинные клешни, как будто он снежный. Я бешеный грешник, потасканной, блять, одежды, я вырву твои, блин, длинные клешни, мой барс убивает, как будто он снежный, во! Мой парс убивает, как будто он снежный. Но это, конечно, просто. В общем, двойные рифмы. Если вы хотите увидеть флоу, где строится все на двойных рифмах, посмотрите Клаву Браво, да. Чувак, который делает свой флоу исключительно на двойных рифмах. И когда они у него точные, это действительно очень круто вайбит. Когда они у него не точные, вот там, где вот одежде, блядь, вот там у него иногда бывает не точный, вот такой Дима Шум, да. Когда вот эти вот фонетические иллюзии. Конечно, вайб теряется, но двойных рифм колоссальное количество. Зарифмовать так трудно, нужно иметь богатый словарный запас. Поэтому за это респект, конечно, вот. По факту панчлайнов про ингалятор шума хорошая такая довольно-таки отсылочка. Вот, бард снежный, простовато. Вот, грязные панчлайны особо мне не заходят. Вот, рифмовку хочу отметить крутую. В принципе, заявка на то, что он может писать крутые панчлайны, тоже имеется. Просто надо их как-то больше не в грязь, а в чуть в другую какую-то форму облачать, как мне кажется, в 2018-м, если быть в трендах батловых движух. Вот, а в остальном для меня забирает этот раунд однозначно Клава Браво. Техника рифмовки действительно филигранная, очень хорошее интонирование, очень хорошее чувство бита. Тут без базара, первый раунд за Клавой Браво. Чуваки, теперь я реально в ахуе. Как вам Клава Браво? В
Впереди еще два раунда этого дикого мяса. Посмотрим, сделайте шума для некий голосование. Эд. Спасибо, AliceGood09, за лестный комментарий. Так, что у нас тут такая минималистичная движуха? Окей. Я с этими эффекты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проебывать дропы наше все, блядь. Проебывать дропы. Не проебывал дропы, не батлил. Нормальная тема. Некий Н, респект. Все так делали. Все так делали. Я делал не один раз. Нормально. Я с этими эффектами. Нормально, нормально. Залетаем. Ладно, эйкаем. Вот у GoKill'ы только такого не видел. А так это нормальная тема, рабочая, все мы люди, ничего такого. Я с этими эффектами моментален. Курю, вдыхая, курю, вдыхая. Мой флоумен монументал. Как не очень точно по биту, да? Я с этими эффектами моментален. Курю, вдыхая. Вот тут лишний вдох был, мне кажется. Я с этими эффектами моментален. Курю, вдыхая, курю, вдыхая. Мой флоумен монументал. Чуть-чуть задержался, чуть-чуть, вот буквально не успел, как мне кажется. Я с этими эффектами моментален. Курю, вдыхая, курю, вдыхая. Мой флоумен монументален. Плюю им в харю, плюю им в харю. Мне похуй, маловин тайм. Или попутали, тупо педали. Я нажимаю кнопку питания. Эта сука глотает так глубоко дар водных рефлексов. Он наградит нас челябинским флексом. Я так как берега пиздец и больше добрал бы походу кабану в коллекцию. Тупо выкатили, как один ништяк. Ты добатый был ставки, глубанный шлаг. Сука, до коленях оценила ваш штаб. Глотательница, шпак, да ты сам не прочь, смотрю. Показать порочный трюк. Вся моя туса из катана. Гейс, курила твою игру, слышишь, мне похуй. Слишком похуй, кто ты так уютно. Знать, что парни из Челябинска репчину не куют там. Так что нахуй твой рэп. Нахуй твой рэп, эй. Раунд. Чё, маловато как-то, сыровато. По флоу хорошо, по флоу хорошо. Есть небольшие неточности, но это лайвом понятно. Но что-то как-то... Вся моя туса из катана, гейс, курила твою игру, слышишь мне? Немножко дыхания ему не хватает, поэтому обламывается вайб. То ли из-за того, что он много двигается, то ли что. Но вот он прям чувствуется, что ему трудновато. И опять вот эти панчи, короче, он тоже решил в грязь. Что-то там про суку, которая там хуй. Ну, тоже, в общем, они решили потягаться, кто грязнее текст напишет. Ну, окей, окей, их право. Показать порочный трюк, вся мать. Интонирует хорошо, флоу хороший, музыкальный. Музыкальный чувак вообще. Глотательница, шпак, да ты сам не прочь, смотрю. Показать порочный трюк, вся моя туса из катана. Гейс, курила твою игру, слышишь, мне похуй. Из катана, слишком окей. Похуй, кто ты. Шпаги, так уютно, катаны, знаешь, понятно. Что парни из Челябинска репчину не куют там. Так что нахуй твой рэп. Нахуй твой рэп, эй, раунд. В доту я играю иногда. GoKill, GoKill крутой, что-то. Как вам мне, Кен? Коротковато. Сделайте как-то. Шума для Клава, браво! Коротковатый раунд. Вообще, может, он текст забыл или что-то ну такое? Ну что, погнали разъебывать жестко. Окей. Ебать, долгое вступление. Тоже думал, там дроп будет, да? Как коварный бит, вот этот подъем, тебе кажется, там дроп, а там дропа нет. Вот сейчас. Лет 23, залетаю в бит, убивая псиной, посмотри, у твоей сестры вена как сил. Я ебу ее за дозу, у нее так мало сил. И мне похуй на прогнозы, ведь Клава не моросит. 23, залетаю в бит, убивая псиной, посмотри, у твоей сестры вена как сил. Я ебу ее за дозу, у нее так мало сил. И мне похуй на прогнозы, ведь Клава... Она наставит пиздец рога, после закатит тебе скандал. Сука, я не понял, мой где стакан, мое место жительства, местный бар. Ко мне лес бы катят прям с эстаката. Ты бездарь, мамин, твой отец еблан. Я напился жуманского детского, и теперь прошу ее не стонать. И парень насадил. Мы швыряем косари, драки, хиты, как гасолина. Мобилу ты гасани. Мы барыгу разорили, он мутит на массарти. Ебать залип, мы скучаем. Видите, вот тут как раз вот эти акцентные рифмы, кто-то считает их отдельным видом, кто-то нет, вот когда он И, вот тут он на звук И, короче, выделяет. Часто мы сталкиваемся с этой техникой, вот тут он как бы старается звук И выделять, за счет этого приобретает вайб его текстовой структуры. Мы швыряем косари, драки, хиты, как гасолина, мобилу ты гасани. Видите, мы барыгу разорили, он мутит на массарти. И, вот ебать залип, мы скуримся до зари. Жарю это мясо, добавляя базилик, она пялится нахуй.
уйма, не спорю, соблазны ли у тебя изо рта воняет, как на сале в лифт. Мои сорта воняют так, что ты словишь пиздатый трип. Иди нахуй, я... Сорта, ну, про траву, естественно, понятно. Сали в лифт, мои сорта воняют так, что ты словишь пиздатый трип. Иди нахуй, я разбегаюсь... Как Марина Кравец, эта сука сосет. Тут чуть-чуть, да, он подслетел с бита. Пиздатый трип, иди нахуй, я разбегаюсь. Как Марина Кравец, эта сука. Видимо, текст забыл или слетел. Текст забыл, похоже, потому что, в принципе, в темп он попал. Словишь пиздатый трип, иди нахуй, я разбегаюсь. Как Марина Кравец, эта сука сосет мне, нагибаясь. Какой тебе рэп, ты похож на наггетс. Ноздри вновь плавят кокс. Сука. Ой, под конец, да, завафлил. Сука, самые ударные, блядь, строки. Ой, эй. 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 Эй, 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 эй. Иди нахуй, я разбегаюсь. Какой тебе рэп, ты похож на наггетс, блядь. Все, в пизду, ладно, раунд. Короче, блядь, если бы Клава, просто забыв текст, сказал бы раунд и отдал бы майк, и не было бы релоуда, Клава Браво все равно бы забрал этот раунд, потому что у некого N короткий раунд, у Клавы тут попизже техника, поплотнее, интереснее, ну техника нет, техника у них одинаковая, просто разная, Никен больше в музыкальность, Клава Браво больше по ритму работает, да, но зарифмовано интереснее, сами обороты и текст интереснее, и вот это его вайбит, вот эти его, вот эти вот высокие, да, ноты. Вайбит. Я бы отдал голос Клаве Браво, не задумываясь. Ему следовало просто закончить нахуй. Но он потребовал релоуд, и не вы... как бы не вывез на релоуд, и это портит впечатление, блядь. Понятно, что Клава Браво только начинает, и как бы не такое было. Вот когда Молдова, например, начинает, блядь, забывать тексты, косипорить, ну это пиздец, у парней батлов за плечами пизданешься. В принципе, Клава Браво, да нормально. Я тоже вон, блядь, с Ромой Тилзом, когда выходил, ну пиздец, косяк на косяке. Поэтому ничего нет такого в этом. Чувак только начинает, как бы, батлить офлайн, у него есть потенциал, есть будущее, он может. Но, блядь, короче, вот этим движком, если бы он просто закончил раунд, я бы сказал, что Клава Браво его взял. Но, блядь, хуй знает. Теперь как-то, блядь, некий N как бы будто бы вывез все, что он задумывал, а Клава Браво накосипорил. И раунд уходит некому N. Мне кажется, тут вот он неправильно сделал вот это, да. Парные, блядь, строки. Сука! И вот тут бы после сука было бы пиздато какую-нибудь двушку кинуть флипную, блядь. Я забыл, блядь, текст нахуй, похуй, блядь. Мне не страшно, я не парюсь, блядь. Я приехал сюда в очках Микки Мауса и в рот ебись отдать. А тут Клава Браво тактически неправильно поступил. Во-первых, он показал, что он забыл текст, он как бы, блядь, блядь. И прям у него на лице записано, говорит, это самые ударные строки, блядь. Как бы сам, короче, чувак сам себя закопал. Ну вот, прям сам взял, отдал выигранный раунд. Выигранный раунд был, он его взял, блядь, сказал, некий, на, держи, забирай. Вот, но это все из-за неопытности, вот, очевидно, что там, через пару батлов он уже не будет это делать. Я бы на его месте сделал, если там осталось немного, я бы просто, сука, добил бы это флипом акапельно, ему въебало вот эти строчки, которые я помнил, или просто бы флипанул фристайлом и отдал бы микро. И я бы забрал раунд, однозначно забрал бы раунд. Вот. Клава Браво чуть-чуть не разобрался в ситуации, не оценил свои возможности, силы, поэтому для меня в этом раунде, ну, некий Н, я как бы ему отдаю папе. Скажем так, не некий Н выиграл раунд, а Клава Браво его проиграл, вот так. Поэтому для меня пока 1-1. Эй! Будут наушники, так, крики толпы сбивают сильно. Ну да, потому что у них звук из колонок, ну то есть нет мониторов, поэтому крики толпы, да, они в таких помещениях сбивают. Если на топ-флоу будут наушники, это хорошо, респект. Я не участвую на 140, простите. Вот, Никен вообще ни о чем. Ну, Никен, как ни о чем, у него есть музыкальность, у него есть хороший флоу, да, он не показал что-то сверхъестественного во втором раунде, но тем не менее, ну, такой обычный рэп. А как можно понять, что бит начнется после вступления? Вот как-то предугадать, что бит начали не с самого начала, после релоуда.
Ну, по идее, ты же можешь пропустить один квадрат. Ну, то есть, вот он. Начинается, да, ты дын-дын-дын, дын-дын-дын. Вот эти четыре такта, да, четыре такта ты дожидаешься. Говоришь е-е и залетаешь. Вот, я на батле с Тилзом, блядь. Не мог вступить, нахуй, я прождал 8 квадратов, блядь. 8 тактов, да, не 8 квадратов, 8 тактов, когда вот это... Е-е, Питер, ща будет. Ща начнем, ща будет. Я ждал просто вот эти, когда 4 такта закончатся, начнется новый музыкальный квадрат, и я с него как бы залетаю. То есть тут, если бит начался раньше, вот окей, первый такт ты проебал, ты ждешь просто, когда закончатся 3 такта, квадрат, и ты на него залетаешь. Но это если бит как бы петля, и у тебя одинаковый флоу, да, естественно, если у тебя бит там меняется, как там... какие-то у него свои заманушки, и ты сместишься на 4 такта, то у тебя как бы пойдет дальше хуйня, ты как бы будешь, не выполнишь свою музыкальную идею. Но тут-то у него осталось добить, там, может, строчек 8-10, 8-12, да, поэтому он вполне мог так сделать. И если бит как бы начал играть, просто ждешь окончания музыкального квадрата, 4 такта, и снова залетаешь. Как бы уже получается посреди бита, грубо говоря. Ну, как бы не фонтан, но тоже имеет место быть, многие так делают, посмотрите батл, увидите. Погнали. Иди нахуй, я разбегаюсь, какой тебе рэп, ты похож на наггетс, блядь. Вот, видите, вот. Вот, он так же тут и сделал, вот он то, что я сказал, он так и сделал. Он... Иди нахуй, я разбегаюсь, какой... Вот, он дождался просто конца музыкального квадрата, закончил иди нахуй, вот квадрат закончился, и он пошел на новый. Все правильно он сделал, просто текст забыл. Иди тебе рэп, ты похож на наггетс, блядь. Все, в пизду, ладно, раунд. Ну тут Клава сам поплыл, короче. Ладно, это все да, равно время, был охуительный раунд Дастана! Третий контрольный раунд, но я бы не хотел, чтобы это прекращалось. У Клавы второй раунд, я же говорю, этот раунд не выиграл Никен, этот раунд проиграл Клава Браво своей концовкой. Если бы он сделал какую-то другую концовку, любую, блядь, просто бы закончил, вот, когда он забыл, просто бы закончил. Он бы выиграл этот раунд для меня. Если судить без концовки, то Клава Браво раунд лучше. Но мы судим все, что мы видим. Из песни слов не выкинешь, мой совет — выкини песню. И я второй раунд, я считаю, Никен забирает. Никен! Воу-воу-воу! Главное, чтобы Клава не поплыл после этого, чтобы собрался и отработал нормально третий раунд. О, Никен повеселел, ёпта. Понял, что, блядь, тянет. Я пропадаю, сверяйся с звуком. Мы передадим наперед один непереводимый стань. Передайте паради пару дивных прерогатив систему. Ну, круто же он рифмует. Усвистели, поботаскивав мысли стене. Ты мне можешь не верить, но все мои строки пропитаны. Парень, надо просто парить. Наши имена твоего мозга, память. Минимум мысли, не посланы, просто пали. Когда до неба, до почему, до тоже точек камень. Пали, пока ты повод не дарил. Парень, прокаты, как отады, пока ты камы леталин. Как... Блядь. Брак, да, что-то брака многовато. Ну ладно, чуваки, не так много батлов у них, но брака многовато, хочется отметить. Конечно, хотелось бы поменьше брака. Осколками подали строки на листы, дабы поделить с толком до весты. Пережоба до беда простоты. Это ведь обидел латынь, чтобы быть мертвым на века. Вероятность видео подебили камни, а ну-ка говори, твоя мимика. Морет, тут велика, да ведь педикар пропадать. Это в ледиках, твоя лирика, срань. Повод мне, буду заколачивать, пошаговать. Музни в глаза там, на ума дать. Типа завораживают запахи крови, азарт. Со словом в карман не полезу. Законы пускаю по лезвию. Скромность, как видите, здесь бесполезна. Это во мне вызывает агрессию. Эй! Катана гэнг, 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 эй! Немного текста, вообще ощущение, что о том, что этот батл будет, они приняли решение дней за 10 до встречи. Ощущение, что у чуваков категорически не было времени готовиться, а топ-флоу надо было сделать какой-то мейн, и они вот взяли и дней за 10 соорудили. Потому что, ну, как-то это сыро, не выучено, много косяков, много брака. Такое ощущение, что у парней было мало времени. Ну, у меня лично складывается. Ну, потому что вряд ли сразу двое оказались распиздяями, которые готовятся в последний день. Мне кажется, тут временные рамки им дали слишком маленькие. Ну, это на мой взгляд, как мне кажется. Тут, ну, много брака, тоже что-то как-то... Средний батл, на самом деле, ну, типа... Есть хорошие моменты, потенциал виден у обоих. Но они его не реализуют в этом батле конкретно. Очень охуенный раунд от Никен. Сделайте шума дня, для, ну, Клава Браво. Но если 2 дня на подготовку, то это еще охуенно, блядь. Что они хотя бы первый раунд отрывают. Если 2 дня на подготовку, то это вообще заебись. А я смотрю, что у них мало персонал, что у них какие-то общие строки. Ну понятно, скорее всего, они из старых треков взяли какие-то общие панчлайны и наставляли их. Но если 2 дня на подготовку, ну типа, что тут говорить? Для этого нормально.
Ну, как бы, и слепили из того, что было, и получилось. Как получилось, так получилось. А я-то думаю, что у них как-то мало какого-то персонал. Ну, типа, мало они друг про друга бьют, а ведь оба вроде могут. У них как-то вот общие панчлайны про сук, там что-то такие... Филлеры, короче, одни. Это все понятно. Если 2-3 дня, то понятно. Почему. Тогда, собственно, и не выебывались. Привет, парни. Да мы уже заканчиваем. Надо посмотреть. Говорят, вот пиздешь про 2 дня. Нахуй я обиделся, правда? Кидайте на карту. Вам съебите собаки, отписка ВКонтакте. Я прихочу кидать киргиза на бабки. С мистером Тако. Ой-ой-ой. Сука, можно релоуд? Ну бывает, что делать, бля, бывает. Вот так вот, блядь, вот так вот. Все, тихо. А что там нахуй? Мистером Тако. Хочу кидать киргиза на... Правда, кидайте на карту, следите за батлом. Кингс, нахуй я обиделся, правда. Кидайте на карту, следите за батлом. Съебите собаки, отписка ВКонтакте. Я прихочу кидать киргиза на бабки. Съебитесь-ка нахуй, отписка ВКонтакте. 140 за дисел, да? С мистером Тако. Сука, можно релоуд? Сбился, да, сбила толпа. Ну, блядь, да. Тут как бы дохуя не скажешь. Все, тихо. Кингстон, нахуй твой Кингстон, блю! Винстон Черчилль, это Винстон, блю! Кингстон, нахуй я обиделся, правда, кидайте на карту. Этот раунд просто не готов. Бывает даже с лучшими из нас, я думаю, Клава Браво сам понимает, что батл этот он отдал просто. Просто отдал. Подарил, подогнал из респектухи. Вот. Некий Н в этом батле выступил не сильно. На 140, я уверен, он будет выступать намного сильнее. Пример того, как отдать батл. Но у Клава Браво все впереди, он только начинает, поэтому удачи Клаве Браво. Я думаю, он еще заявит о себе. Для меня вот здесь победил некий Н. Все-таки мы оцениваем не первый раунд, да, и не общее впечатление, не удачные моменты, мы оцениваем целиком, да, и если целостно смотреть на эту картину, то Ники Н был сильнее. Ну, потому что третий раунд он просто забирает за счет того, что третьего раунда Клавы Бравы не было. Первый раунд он отдает, конечно же, потому что там охуенный у Клавы Бравы раунд, охуенный залет. Если бы 3 раунда Клавы Бравы были бы в таком же ключе, то было бы без шансов для некого Н. Вот. Но история не терпит сослагательного наклонения, и этот батл забирает Ники Н. Вот. Во втором раунде Клава отдал. Вот, Клава отдал. Отдал раунд, и третий раунд его не было. Ну, тут как бы все понятно. Ладно, все, парни, я заканчиваю, освобождаю студию парням. Спасибо вам большое за то, что были со мной.